Ну и, короче, они отгрызли друг другу пальцы. Зачем? Ну, типа, в доказательство любви. А какие пальцы? Да я не помню, какие пальцы. Какая разница, какие пальцы? А что они потом с ними сделали? Абсолютно не важно. Нет, просто интересно. Там про это не было написано. А фотографии там были? Ну да, такие два кретина с откусанными пальцами. Так они что, все пальцы себе отгрызли? Блять, нет, только мизинцы. Ты же говорила, что не помнишь, какие пальцы. Ну вот сейчас вспомнила. Пиздец. Можно счет? А ты бы смогла отгрызть себе палец ради другого человека? Они не себе отгрызли, они друг другу отгрызли, понимаешь? Засунули друг другу в рот и отгрызли. Лучше бы он ей хуй в рот засунул. Чтобы она его отгрызла? Чтобы она его пососала. Тогда в чем здесь доказательство любви? В том, что она бы пососала его хуй. В этом нет ничего противоестественного. Ты думаешь? А по-моему, очень даже противоестественно сосать штуку, из которой ссут. Спасибо. Да, этой штукой делает вам приятно. Что? Я говорю, что этой штукой делает вам приятно, когда вас трахают. Поэтому, когда вы сосете эту штуку, вы как бы говорите спасибо. Можно подумать, когда вы меня трахаете, вы не получаете удовольствия. А получаете его только тогда, когда я беру вашу штуку в рот. Я этого не говорил. Вот за то, что вы это сказали, я не оставлю вам чаевых. Я этого не говорил. Вы настаиваете? Да. Хорошо. Позовите администратора. Да, вот после девушки вас попросили, сейчас давай, что уже все будет, что я просто... Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы пожаловаться на хамское отношение в вашем ресторане. Прошу прощения, что произошло, собственно? Она говорит, что минет — это когда женщине в рот засовывают штуку, из которой ссут. Да, действительно хамское поведение. Я совершенно не об этом хотела поговорить. Она хотела сказать... Я сама знаю, что я хотела сказать. Я хотела сказать, что в этом нет ничего естественного. В чем именно? В том, что женщина должна сосать эту вашу штуку. Ничего сверхъестественного я в этом тоже не вижу. Конечно, потому что это противоестественно. Ой, девушка, вас так послушать, так и анальный секс – нечто противоестественное. Разумеется, а что же в нем естественного? Вы что, собираетесь кого-то так оплодотворить? Или практикуете профилактику геморроя? Господи, я занимаюсь анальным сексом, потому что мне это приятно. Вам это приятно, потому что вы мужчина. У вас есть женщина-администратор? Позовите Лену. Лена! Здравствуйте. Чем могу вам помочь? Скажите, Лена, вам нравится анальный секс? В общем-то, да. Да у вас тут все извращенцы. Послушайте, вы, видимо, просто неправильно им занимаетесь. Да я им не занимаюсь. Ой, господи, боже мой, девушка, ну как вы можете рассуждать о том, о чем не пробовали никогда? Ну, я пробовала, но... Что? Не знаю, по-моему, это ужасно. А вы использовали лубрикант? Естественно. Возможно, вы выбрали неправильную позу, или у вашего партнера слишком большой член. Слушайте, да я 100 раз занималась анальным сексом и знаю, в какой позе им нужно заниматься. Да и член моего партнера оставляет желать лучшего. Ведь у вас трещина в прямой кишке. Кстати, да. Что? Вот трещина. В прямой кишке вполне может быть, потому что когда анальный секс и трещина, то это достаточно больно, наверное. Так, насколько я понимаю, у нас возникла проблема. А вы кто такой? Я хозяин этого заведения. Ну, наконец-то! Так в чем дело? У девушки трещины в прямой кишке, и она не может заниматься анальным сексом. Могу порекомендовать вам хорошего проктолога. Блядь, да вы тут все ебанутые! Мне не нужен проктолог, проблема не в этом. А в чем? В том, что у моего парня маленький член. Сочувствую. Послушайте, но у маленького члена есть масса преимуществ. Во-первых, с таким членом гораздо удобнее обращаться во время орального секса. Вы можете заглатывать его целиком и доставать до яичек. При этом у вас не будет возникать никаких рвотных спазмов. А что, у тебя возникают рвотные спазмы? Ну что ты, дорогой, с тобой никаких. И потом, если член маленький, да еще и тонкий, это просто подарок для анального секса. Главное перед этим сделать очищающую клизму.
О чем вы мне рассказываете? Какую клизму? Теплую. Вскипятить воду, охладить до комнатной температуры. Потом можно подлить туда немного мочи для выравнивания кислотного баланса. Чьей мочи? Собственной мочи. Пописайте в баночку и вылейте в теплую кипяченую воду. Достаточно 1 литра. Литра мочи? Да я за неделю столько не написаю. Литра воды. Подождите, я записываю. Так что ты хочешь сказать? Ты серьезно ставишь клизму всякий раз перед анальным сексом? Почему серьезно? У меня распоряжение о закрытии вашего ресторана. Это с каких таких хуев? По результатам инспекции, ваш ресторан не отвечает требованиям санитарной нормы. Так, блядь, не лезьте сюда со своими проблемами. У нас здесь своих проблем хватает. А что у вас за проблема? Где взять литр мочи для очистительной клизмы? А это должна быть какая-то определенная моча или любая сойдет? Разумеется, определенная. Нужна именно моя моча. А зачем вам столько мочи? Для выравнивания кислотно-щелочного баланса. Вы что, ей зубы полощете? Нет, блядь, в жопу засовываю. Здравствуйте, я проктолог. А что вы тут делаете? Я ищу, где заседает комитет 2008. Это что за хренотень? Что такое 2008? Год избрания следующего президента. Да пошли вы нахуй со своим президентом, у нас тут свои проблемы. А в чем у вас проблемы? Я не знаю, где найти мочу. А где вы ее последний раз оставляли?